Тут не важно вообще, кто тренер, да? Если люди не хотят играть, причем сидит тренер. Тренер рисует, сидит, Крижаков, вот сюда беги, бей вот так, оттуда он бьет, причем сидит тренер. Поэтому я считаю, что это именно. Надо сначала, не знаю, в Камеруне, да, бывает, что люди плохо играли, да? Народ требует, чтобы неделю и закрыли вообще тюрьму. Неделю. Да, вернулись, забрали в тюрьму неделю в Сибири. Да, еще зима. Да, пусть там спокойно подумают. И тем более, да, через 3 года будет чемпионат мира. Мы дома. Да, дома по-любому Россия будет играть лучше. Потому что хотят или не хотят, люди орёт, беги. Беги, Крижаков, он будет бежать. И поэтому есть шансы дома. Но самое главное, чтобы ребята, которые выйдут, чтобы просто дали наследство. Но я думаю, если я был президент России, перед этот чемпионат, я бы просто брал эти ребята, жили у меня неделю в Кремле. И каждый вечером я им мозги почистил, что ребята, сколько лет мы строили этот стадион? Вот, мы все делали. Вы говорили, что нет стадиона. Мы строили. Играете сейчас. Поэтому, ребята, все надежно на вас.